Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас класснючий заказ с сайта Де Пари, подборочка на весну, на лето, классная парфюмерия, итак, поехали. Мне уже не терпится распаковать, я прям так ждала эту посылку. Здесь есть один мужской аромат и 4 женских аромата. Некоторые я знаю, некоторые беру впервые. Будем вместе с вами смотреть. Пока распаковываю посылку, расскажу вам, что к чему и почему. Вообще, Де Пари – это сертифицированная парфюмерия родом из Франции. Ее изготавливают специально французские парфюмеры. И сразу хочу сказать, что склад в России находится в Нижнем Новгороде, чтобы вы приблизительно понимали, сколько до вас будет идти посылочка. Так, открываем. Бренд предлагает улучшенные версии известных ароматов и композиций. То есть ноты остаются неизменными, но убирают какие-то синтетические компоненты и добавляют натуральные. Это на самом деле классно. И парфюмерия Де Пари не вызывает аллергию, она полностью безопасна, тестируется на животных. Есть, кстати, масла в составе и натуральные ингредиенты. Вот это важно, потому что у меня, допустим, на некоторую парфюмерию у меня не аллергика, ну вот. Есть как бы такой бренд, была аллергическая реакция. Де Пари я пользуюсь уже много-много лет. Никогда ничего, вообще никаких нареканий. Так, посылка прям хорошо запакована. Не открыть. Я вам сейчас расскажу про все актуальные акции. Конечно же, оставлю промокод и так далее. Вообще парфюмерия на сайте представлена практически в любом объеме и по самым клиентоориентированным бюджетным ценам. Вот просто по самым. Сейчас на сайте есть объем 15 мл. Вообще практически за копейки, очень выгодно, очень дешево, чтобы познакомиться, например, с ароматом, чтобы понять, вообще нравится или нет, и потом взять побольше. Да? Сколько будет представлен каждый аромат в таком объеме, я вам не могу сказать, но абсолютно точно есть объемы 8 мл, это автопарфюм, есть объемы 30 мл, 50 и 100 мл. Цены на сайте указаны за парфюм в пластике. Прибавляем 300 рублей к этой цене, и тогда получаем парфюм в стекле, если вам так хочется, если вам так надо. Вообще компания больше уделяет тому, что находится внутри флакончика, нежели флакончиком. Поэтому упаковочки минималистичные. Смотрите, как все упаковано, чтобы, не дай бог, ничего не разбилось и так далее. Каждый парфюмчик у нас с вами вот так. И вот они, три малышки, которые мне очень хотелось потестить. Это пластик, они вот так вот отдельно у нас с вами приходят. Внутри накладная. Я получаю посылки Почты России, мне так удобнее. Опять же, компания в течение 3 дней, если все нормально, нет перегрузки, вам отправляет заказ. Если есть перегрузка, там, к праздникам, и вообще бывают такие дни, когда там промокоды хорошие дают. Я, кстати, об этом всегда в своем телеграм-канале девочкам пишу, когда какие-то крутые скидки, обязательно оповещаю. Бывает перегрузка, бывает даже до 7 дней, поэтому пугаться не надо. Если предстоят какие-то праздники, то обязательно заранее. Лучше заказ делать заранее, чтобы точно получить его. Еще как сработает Почта России, да? Ну и опять же, как оформить заказ? Вы переходите по ссылке, попадаете на сайт, закидываете в корзину те парфюмы, которые вам нужны. Дальше вводите свой номер телефона, то есть там даже регистрации никакой по факту нету. То есть вы вводите свой номер телефона, вам перезванивает парфюмерный стилист. Он же поможет добавить какие-то позиции в заказ, либо убрать какие-то позиции из заказа, вдруг вы ошиблись, либо заменить. Можно спросить о наличии какого-то определенного парфюма, потому что иногда бывает так, что, допустим, на сайте парфюма нет, а на складе в остатках 1-2 штучки остались. Да, даже бывает такое, поэтому не стесняйтесь, с парфюмерным стилистом общайтесь. Обязательно возьмите трубку, потому что звонят именно для того, чтобы уточнить ваш заказ. Если вы вдруг забыли ввести промокод, опять же, вы об этом сообщаете парфюмерному стилисту, он вам поможет подредактировать заказ, ввести промокод, и все будет нормально. Какие акции действуют на данный момент? При покупке 4 парфюмов, в данном случае у меня так и вышло, 5-й бесплатно за 1 рубль. Если вы берете 8 флаконов, то бесплатно вы берете 2 парфюма. Берете 8 плюс 4, 12 флаконов, то бесплатно вы берете 3 флакона. В общем, акция кратная 4. Вот. От 3,5 тысяч доставка бесплатная.
Так, и еще у нас с вами бывает акция за предоплату. То есть, если вы опять уточняете эту информацию у парфюмерного стилиста, она то бывает, эта акция, то не бывает. Если вы заказ сразу оплачиваете онлайн, то еще один парфюм в подарок. По-моему, на данный момент пока этой акции нет, но все равно, когда будете заказ, обязательно эту информацию уточните у стилиста. Доставка осуществляется различными способами в зависимости от вашего региона, от вашего города. И есть, конечно же, оплата после получения, что гарантирует вам, что вас там не обманут и так далее. Потому что, ну, я знаю, многие боятся там переходить по каким-то сомнительным ссылкам. Нет, есть оплата после получения, то есть вы получили посылочку, вы все проверили, пожалуйста, все отлично, все замечательно, и потом уже оплачиваете. На сайте, когда вы приходите по ссылочке, представлены оригинальные флаконы, чтобы вы приблизительно по нему или вспомнили тот аромат, которым вы когда-то пользовались и хотите сейчас снова такой, но не хотите переплачивать, да, потому что цены, ну, очень бюджетные. Так, что у меня здесь, с чего мы с вами начнем? Парфюмы приходят в коробочках, как правило. Но бывают такие моменты, когда коробочки заканчиваются, потому что бренд достаточно популярный. Очень многие знакомые у меня пользуются только этой парфюмерией, поэтому бывает и такое. Но, как правило, об этом парфюмерный стилист должен вас предупредить. Так, с чего мы с вами начнем? Так, у меня здесь объем 50 миллилитров. И это у нас с вами Пакарабан. Мужская водичка. Заказала мужу попробовать первый раз. Это Пакарабан. Я здесь себе просто вставляю картиночки, чтобы правильно читать и хотя бы вам первоначальные нотки какие-то описать. Не буду описание полной аромата зачитывать, это скучно. Я вам про впечатление. 50 миллилитров в стекле. Вот так выглядит флакончик. Если не хотите переплачивать, пожалуйста, заказывайте все в пластике. Так, он правильно называется, девчонки, Invictus. Смотрите, как выглядит оригинал. Я вам буду показывать. Сижу тут с планшетом дочери. Цитрусовый морской фужерный. Вот тоже легенький аромат ему захотела заказать. Ой, он очень крутой. Какой же он крутой. И цитрусы, и свежесть. Фужерный, фужерный. Он очень классный. Ему понравится однозначно, и мне уже нравится. Мне очень нравится. Знаете, аромат 20-50 лет. Вот абсолютно на любой возраст он очень, очень свежий. Здесь прям нотки вот эти морские, акватические превалируют, но без горчинки. Без горчинки, но есть какая-то вот для меня очень притягательная нотка. Знаете, как вот парфюм? Мне либо хочется его слышать, либо не хочется. Как бы других вариантов не бывает. То есть так себе поношу, у меня нет. Если мне не нравится, я его отставляю или кому-нибудь дарю. Вот этот очень притягательный парфюм. Вот мне безумно будет вкусно и нравится всегда вдыхать. Ой, он раскрываться начинает, он еще интереснее становится. Он становится еще интереснее, он очень крутой. Прям вот на теплое время года вообще отличненько. Крутецкий, девчонки, рекомендую. Прям мужьям присмотритесь, вообще обалденный. Так, а мы с вами едем дальше. Вскрываем теперь. Дальше мои ароматы пошли. Розовую коробочку. Так, и здесь у нас кинзо. Кинзо. Сейчас я найду тоже информацию. Тридцаточка в стекле. Так, кинзо, где ты, дорогой? Я когда-то его пробовала, и он действительно очень классный, очень легенький, но я уже забыла, девчонки, на самом деле. Я люблю ароматы менять часто. Аква Кинзо Парфюм. Вот так выглядит флакончик. Вот, на сайте. Это у нас с вами тоже цитрусовый, но сладкий и зеленый. Вот так. Давайте тестировать. Смотрите, у мужских черные крышечки. Ну, не дай бог, чтобы не перепутать, если у вас с мужем на одной полочке стоят парфюмы. У девочек золотые. Какой интересный. Да, я его забыла. Я помню, что он очень круто шлейфит. Вот это я помню, потому что я это начала уже чувствовать, что сейчас будет после. Что будет после. Здесь есть такая нотка интересная, которая вот присуща только линейке парфюмов Кинзо. Даже не знаю, как ее назвать. Здесь не то чтобы прям зелень, он действительно свежий, есть цитрусы. Вот эта сладкая нотка, она абсолютно не приторная. Если вам интересно, вы прям зайдете, перейдете по ссылочке, почитаете полное описание, как бы ваше, не ваше. Мне нравится, мне очень нравится. Он интересный, он неповторимый, он оригинальный. Вот эта сладкая нотка, она как-то над свежестью потом начинает превалировать. Но она, вот эта сладость, она тоже свежая, то есть она абсолютно не приторная, она очень вкусная, интересная и даже в какой-то мере гурманская. Знаете, мне немножко игристый шампусик напоминает в каких-то моментах.
Он очень классный. Я пока его оставлю, потом еще хочу понюхать на шлейфе, пока не чувствую. Так, теперь смотрим малышки. Вот сейчас у нас появились вот такие прекрасные объемчики по 15 миллилитров, которые стоят вообще копейки, но этого достаточно. Можно положить себе в сумочку, можно в карман положить в конце концов, потому что они вот такие вот суперские. Так, что у нас с вами? Нина Ричи. Я давно хотела попробовать этот аромат. Нина, классический. Нина Ричи, Нина. Вот такой вот флакончик. У нас с вами. И здесь тоже цитрусовый, тоже свежий и тоже сладкий. Давайте тестировать. Совершенно другой парфюм. Вот по описанию, да, вот вроде одно. Но это совершенно другой парфюм. Нина Ричи. Мне не все парфюмы нравятся, но мне вот этот очень хотелось попробовать давно. Классный. Классный. Он подойдет на весну однозначно. И на лето он подойдет. Ну, может быть, на жару прям нет, но на весну хорошо будет. Здесь нотка сладости, она немного послаще и совсем другого направления, нежели в предыдущем аромате. Но он классный. Вот эта сладость со свежестью перемешана, вот он классный. Никакой не приторный, нет, но он достаточно громкий. Он громкий, он о себе заявляет, и он уже начинает очень круто шлейфить. Прям вот какие-то притягательные нотки есть. Сейчас посмотрим следующий парфюм. А так мне уже хочется вот этим облиться, честное слово. Вот он дальше начинает раскрываться. И здесь уже прям вот какие-то притягательные нотки выходят на первый план. Он очень вкусно раскрывается. Парфюмы многогранные, все девчонки, очень многогранные. Есть верхние ноты, есть нижние ноты, есть базовые ноты, есть шлейф. Они действительно шлейфят, они шлейфят круто, они мега стойкие, они шлейфят неделями, они шлейфят часами. На одежде вообще вот убирала сейчас, собирала зимнюю одежду в вакуумные пакеты. Все, на хранение, тепло настало. И стирала куртку мужа, не выветрился аромат. Де Пари не выветрился, то есть не выстирался. Вы представляете, то есть до сих пор я убирала в пакет уже чистую одежду, она висела на балконе, проветривалась, сохла. Я убираю в пакет и чувствую аромат Де Пари, потому что стойкие, на одежде вообще месяцами. Мне нравится, мне очень нравится Нин Рич. Она очень интересная. Мне кажется, она многим понравится. Прям вот многим. Так, смотрим дальше, малышки. Следующее у нас с вами 15 миллилитров. Это Пакарабан. Я решила в комплекте взять и мужу, и себе. Пакарабан женский и мужской. Где он у нас с вами? Вот он, Олимпия. Вот так выглядит флакончик. Чтобы вы понимали, о каких ароматах я говорю. Да? У нас здесь с вами ванильный, соленый, белоцветочный. Мне на самом деле немножко другой хотелось у Пакарабана аромат попробовать, но его не было на тот момент на сайте. Возможно, уже сейчас есть, надо посмотреть. Ванильный, соленый, белоцветочный. Очень интересное описание, на самом деле. Давайте пробовать. Распылители у всех флакончиков очень удобные. И они открываются. Как бы, ну, понимаете? Все отлично. Удобно пользоваться. Какой интересный тоже аромат. Он свеженький. Белоцветочный, ну да, белоцветочный. Знаете, такие свежие весенненькие цветы. Но не какие-то там приторные, там, ну не приторные, не розы, допустим, я ее не люблю в парфюмерии вообще. Какие-то вот лилии, фиалки, вот что-то. Ну не фиалка тоже, нет. Какие-то легкие белые цветочки, соленый. Не знаю, как насчет соленый. Ванильный. Да, здесь есть ванилька. Здесь действительно есть ванилька, но не отторгающая, не перебивающая какие-то другие нотки. Она вот в комплексе очень интересная. Кто любит ароматы с ванильками, вам однозначно зайдет. На весну тоже подойдет. На жару, может быть, этого аромата будет много, будет душить. Он тоже яркий, он тоже громкий, он о себе прям заявляющий. То есть одного пшика будет достаточно, чтобы вы прошли по улице или зашли в общественный транспорт и ваш парфюм почувствовали, я вас уверяю. Если вы не любите, чтобы так было, то как мы с вами вообще распыляем парфюм? Мы брызгаем воздух, высоко воздух прям, и под этим облачком кружимся. Тогда у вас всегда будет легкий аромат. Если вы любите насыщенный аромат, то, конечно, тогда мы пшикаем на точки, да, о которых мы все с вами прекрасно знаем, на волосы, на одежду и так далее. Не, он классный. Он классный, он действительно ванильный, ванилька. Ванилька, цветочки, вкусненький. И вот какая-то нотка, это, видимо, вот эта вот соленость, потому что я не знаю, как ее в парфюме на самом деле почувствовать, но вот еще есть какая-то нотка, очень интересная, игристая. Вкусный, классный, мне нравится, мне очень нравится. Едем дальше. Так, следующий парфюм у меня Gucci.
Сейчас откроем. Флора Байгуч, я его пробовала, пробовала и оригинал, пробовала и уже у Де Пари. Он мне очень нравится. Это цветочный, свежий, розовый. Давайте обновлять ощущения. Свеженький, с зеленушками. Еще я здесь чувствую цитрусы, хотя они не указаны. Здесь вот цветочный, свежий, розовый. Я не знаю, почему розовый. У меня цветочки такие, знаете, свежие. И цитрусовые, которые тоже такие свежие, знаете, лайм-лимон вот где-то. Он прям вот классный-классный. Он на лето вообще прекрасный, зеленушечки. Прямо у меня такая ассоциация. Но не забывайте, что у каждого свой нос. На каждой коже парфюм раскрывается отдельно. Вкус у всех каждого. И все мы с вами абсолютно один и тот же аромат будем чувствовать по-разному. Поэтому для этого, собственно говоря, и созданы парфюмы 15 мл, чтобы понять, ваше, не ваше и так далее. И потом уже взять большой. Классный, мне очень нравится. Классный-классный. Зеленушечки. Но все-таки я сегодня хочу, девочки, облиться Ниной Ричи. Вот прямо она меня зацепила. Вот именно ей. И на коже потестировать, и поносить. Прям вот так. О, какой громкий аромат. Он прям заполоняет собой все. Класс. Я вообще довольна очень заказом. Мне все очень нравится. Все очень классно. Так вот я оставила себе, кстати, зо, чтобы его потестировать на шлейфе. Блин, тоже классно. Теперь хочу кинзу облиться. Очень классно. Очень классный шлейф. Очень притягательный. Вообще супер. Мне безумно заказ понравился. Все основные моменты вам рассказала. А ссылку, конечно же, оставлю. Промокод апрель у нас с вами. Пропишу на скидку 10%. Вы его вводите в графе промокод. То есть добавляете в корзину, переходите в корзину. И там будет внизу графа промокод. Вводите его. Вводите правильно, как я вам его написала. И переходите по ссылке, которая под этим видео. Тогда он, конечно же, сработает. У вас будет еще от цен на сайте скидка 10%. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.